четверг, 15 апреля, в Минске в последний путь проводили Леонида Борткевича, легендарного солиста песнеров. Артист ушел из жизни 13 апреля, ему был 71 год. Леонид долгие годы жил с сахарным диабетом, незадолго до смерти у него отказали почки. Врачи в реанимации уже ничем не смогли ему помочь. Прощание прошло в Белорусской государственной филармонии. Рядом с гробом на сцене был выставлен почетный караул, а в зале играла колыханка, известная белорусская колыбельная, которую исполнял, в том числе, Борткевич. Близкие и коллеги, пришедшие проститься с музыкантом, в один голос говорили о том, что он навсегда останется в их сердцах. «Это самый красивый тембр в нашем коллективе, настоящий голос настоящих песнеров», признал Владислав Мисееви, один из участников ансамбля. Выступил с речью сын Леонида Борткевича, Ричард, признавший, его отец был рожден для сцены. Коллеги, друзья, поклонники проводили музыканта в последний путь аплодисментами, как и полагается, когда из жизни уходит настоящий артист. Борткевич упокоился на московском кладбище Минска. Это неофициальное, но привычное всем минчанам название погоста. Официально кладбище зовется Восточным, где хоронят выдающихся деятелей, прославивших Белоруссию. Там нашел свое пристанище и руководитель песнеров Владимир Мулявин, а также писатели Василь Быков, Владимир Короткевич, Михаил Пташук, актриса Стефания Станюта и другие известные в республике личности.